Известного казахстанского блогера обвинили в мошенничестве. Сегодня в социальных сетях появился пост, в котором говорится о том, что жертвами аферы стали два десятка человек. Им якобы обещали за 700 тысяч тенге раскрыть секреты ведения успешного бизнеса в Турции. Но в итоге ни денег, ни курсов. К тому же обманутые граждане утверждают, что неоднократно терпели побои. Я врагу такого не пожелаю. Приехать в чужую страну, отдать деньги, так еще и чтобы у тебя отобрали телефон. Потом мне один из них сказал, что у Ульданы тяжелый характер, и лучше бы мне извиниться перед ней. Мне ничего не оставалось, кроме как извиниться. А вот блогер свою вину отрицает и заявляет, что, напротив, оказывала поддержку своим клиентам и выполнила все условия договора. Впрочем, в управлении полиции города Актау сообщили, что заявление по факту мошенничества действительно поступало. Сейчас проводится проверка. Не исключено, что число пострадавших может быть гораздо больше. Мы сейчас пытаемся добиться депортации организаторов курса, чтобы они больше не могли въехать в Турцию и обмануть других. Потому что если их депортируют, они не смогут попасть в Турцию еще ближайшие 5-6 лет.